Я хочу, прежде всего, пожелать Аслану Георгиевичу здоровья. Вот. Я его считаю самостоятельной фигурой, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. То, что касается, если что-то из тех программ, которые мы предлагали для того, чтобы людям стало лучше жить, если эта команда сможет использовать, мы только будем рады. Это однозначно, по крайней мере, это моя позиция. Вот. И не только будем рады, но мы готовы и содействовать для того, чтобы наша программа, которую мы предлагали, которую мы считаем, что он правильный, если сможет эта команда использовать, это большую пользу принесет всем людям. А так я еще раз хочу сказать, поздравить его. Я не хочу говорить, я не люблю слово победы, никто над кем не побеждал, его народ выбрал. И я ему желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья и успехов, чтобы народ был доволен. Я изучил его, даже бюллетени как подготовлены, как голосовали. Я спрашивал наблюдателей у наших, спрашивал, объясните, вот, как они говорят, все как видно, да прямо вот видно, как вся работа. Человек зашел, проголосовал, бюллетень положил и так далее. То есть все это как видно. И потому я считаю, именно момент безопасности, чтобы подделки не было, бюллетеня и так далее, на высочайшем уровне, могу это сказать с полной ответственностью. И пользуясь моментом, я хочу ЦИКу и во главе его председателя сказать им огромное спасибо за большую работу, которую им пришлось. Это тоже нервная встряска и так далее для них. Но они провели его великолепно. И огромное им спасибо за это дело. Я вообще считаю, система голосования, которая сделана в Абхазии, это даже пример для других тоже стран.